Всех приветствую. Сейчас буду делать на вот этой стене. Это стена лист гипсокартона. Один раз пошпаклеван финишной шпаклевкой. И погрунтован обычной грунтовкой. Буду делать трафаретную декоративку. Вот такой вот есть рисунок. Типа кожи крокодила. И соты маленькие. С сотами проблем не будет. Так как они стыкуются, когда нанесу, потом здесь заведу еще раз. И следующий пойдет лист. Сделано из ПВХ-шки. То есть очень никаких проблем. Шпаклевку замешал. Это финишная шпаклевка полимерная. Смешал чуть-чуть с ротбантом. Соты малые. Да, тоже выставляем по уровню. Соты малые убираем. Здесь тоже чуть-чуть. Ну, получается, после каждого раза и нужно сполоснуть, помыть. Тогда не будет оставаться вот этих вот растворов. Итак, шпаклевочка высохла. Все хорошо. Сейчас будем затирать наждачки. Обязательно нужно все смести. Итак, сейчас, чтобы наш перламутр хорошо ложился на краску, мы краску сейчас погрунтуем грунтовкой глубокого проникновения. И тогда, благодаря этому, краска не будет забирать влагу из перламутра и не будет пятен. Я так думаю. Давайте проверим. Все, ждем высыхания. Вот. Получается, как будто этим лаком покрыто. Чуть-чуть подблескивает. Думаю, что будет получше. Сейчас будем покрывать перламутром.
Есть вот места темненькие. Чуть-чуть, может быть, еще раз можно пройтись перламутром и перекрыть полностью все. Но если будет вся стена вот так вот где-то чуть темнее, где-то светлее, может, оно будет в целом смотреться интересно.